Наш наступний гість вже в студії – це Ірина Чернявська, лікар-сексопатолог, представниця досить рідкісної професії. Вітаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, собственно, сексопатолог, чем он занимается? Что представляет собой эта профессия? Ну, как я уже говорила, профессия, в общем-то, действительно неординарная. Это достаточно редкое и новое. Значит, ну, сексология и сексопатология, сразу мы должны решить, в чем здесь проблема, в чем разница между этими двумя выражениями. Сексология – это, в общем, наука, которая занимается изучением сексуальных поведенческих реакций человека, его возможностей физических. Вот. А сексопатология, соответственно, занимается отклонениями от этих возможностей, отклонениями в физическом состоянии человека, его неспособностью совершать сексуальные активные действия такие. Ну, врач, наверное, лучше будет более правильно, если мы будем называть врач сексопатолог, так как врач занимается лечением всевозможных отклонений от состояния здоровья, поэтому врач-сексопатолог. Это достаточно новая специальность, то есть раньше это было до 96-94 года. В общем-то, считалось, что сексопатология – это есть отклонение в психоэмоциональном состоянии человека, и занималась в основном этим психиатрия. Да, действительно, очень многие отклонения, то есть девиации сексуальные, являются симптомами проявления каких-то эндогенных, то есть психических заболеваний, особенности таких, как шизофрения, там, и эпилепсия, и бывают такие астенические состояния и патологическая сексуальность в климактерическом периоде, когда тоже приходится применять психотропные препараты. Но со временем, не со временем, очень быстро, наверное, и до этого уже понимали, что, в общем-то, сексуальные отклонения, они могут быть абсолютно здоровых психически людей. То есть эта невозможность проведения сексуальных отношений, в общем-то, во многом зависит от общего состояния здоровья, от наследственных каких-то параметров, от конституциональных данных, от места обитания, условий труда. Ну, в общем, очень от многого. И естественно, что отклонениями вот такими занимались врачи других специальностей. То есть урологи занимались мужчинами конкретно, гинекологи пытались заниматься женщинами. Эндокринологи тоже со своей стороны пытались как-то корректировать эти возможные состояния. Ну и в конце концов вот родилась такая специальность, которая объединила в себе все вот эти вот возможные варианты патологии, сделала соответствующую классификацию по нозологическим единицам. Вот, и стала воспитывать врачей-сексопатологов. Скажите... Сейчас, я понимаю, что вопросов очень много уже. Скажите, сколько у вас таких в Николаевской области? Ну, очень узкая специализация у нас, поэтому она определяет, значит, одного специалиста на 500 тысяч населения. То есть вот на Николаев и Николаевскую область фактически официально это областной сексопатолог Зинченко Сергей Михайлович, и я работник областной больницы Центра планирования семьи, то есть там, где возможно выделение, так сказать, официальных ставок на это. Вот, наверное, достаточно. Ну, как я уже сказала, что, в общем, сексопатология – это такая собирательная специальность, то каждый специалист, он работает и делает приоритет в своей работе на ту область сексопатологии, с чем ему по ходу работы и по необходимости приходится сталкиваться. Вот я в данной ситуации, я работаю в Центре планирования семьи. Естественно, что у меня есть и пациенты с какими-то сексуальными нарушениями в плане там, нарушений оргастических, там это и женщины с конфликтными ситуациями, но этого значительно меньше такой обращаемости, чем обращаемости по репродуктивным функциям, то есть по отсутствию беременности в семье, то есть бесплодие в браке. И очень много, конечно же, пациентов, практически 90% пациентов мужчин, которые приходят по поводу нарушения эректильной функции. Вот, то есть это всевозможные простатиты, может быть, там инволюционное состояние, снижение потенции. Ну, то есть это такие вот научные термины. Скажите, почему именно на эту профессию пал ваш выбор?
Вот как вышло так, что вы захотели стать именно таким врачом? Я вот просто замечу, что если я правильно поняла, то 96-го года отдельно выделили именно вот. Нет, но это не точно с 96-го года, то есть я не могу сказать, когда конкретно произошло вот это вот объединение, к сожалению. Ну, то есть довольно недавно, да? Вот, да, нет, сексопатологи же были и до этого, но они все работали, в общем-то, в стенах психиатрических больниц, то есть психоневрологических диспансеров каких-то, в каких-то, может быть, реабилитационных центрах, но все равно это считалось, в общем-то, ответвлением психиатрии. На сегодняшний день сейчас у нас есть ассоциация врачей-сексологов-андрологов, сексологов, урологов, то есть я, так сказать, посещаю собрания ассоциации и тех, и других, вот, и говорить о том, что это только лишь какие-то психоэмоциональные нарушения, это далеко неправильно, не так, да. Скажите, если сравнивать за рубежом и у нас, я имею в виду страны бывшего Советского Союза, вот Россия, Украина, Белоруссия, есть разница по уровню? Ну, конечно, конечно есть. У них возможности больше для проведения исследовательской работы, у них больше возможностей для коллегиального обсуждения, допустим, проблем какого-то одного пациента, если это есть. Ну и кроме того, значит, более четкое распределение и разделение работы психолога и работы сексопатолога. То есть они, ну, они имеют такие возможности. У них вообще специфика несколько иная, чем у нас. Законодательство другое. Законодательство, по, касающееся конкретно организации здравоохранения. Вот поэтому у них это все и по-другому немножко выглядит. У них в основном сексопатология – это, в общем, андрология. То есть у нас в нашей стране еще, к сожалению, такой специальности, как андрология, четко не выделена. Хотя было когда-то, потом все это отменилось, опять же, по каким-то причинам нам непонятным. Вот. А там есть конкретно сексопатолог, андролог, который занимается именно изменениями сексуальности мужчины в связи с изменениями гормонального фона, в связи с изменениями сосудистых каких-то реакций и вообще проблем с сосудами, кардиальной патологии. То есть, ну, такие вот проблемы. Еще мне вопрос, я еще один вопрос по поводу востребованности профессии. Вот, ну, ни для кого не будет секрет, что, ну, не скажу, что большинство, но где-то процентов 60 людей, когда возникнет в разговоре там просьба или, ну, вообще тема, что пойти к врачу-сексопатологу, скажут, ну, как-то вот начнут стесняться или говорить, что это как-то неудобно. Вот как наши люди, вот как врач вы чувствуете, они нормально воспринимают эту профессию, вот доктор-сексопатолог, и пойти на прием к сексопатологу? Ну, к сожалению, вы правы, да. То есть сексопатолог – это название, это специализация, вообще название кабинета, людей часто пугают, они не понимают, зачем им туда нужно идти, если у меня все нормально с сексом, чего я туда пойду. То есть вообще у нас как бы не очень принято обсуждать вот такие вот свои сексуальные проблемы не с подружками, а с каким-то специалистом, да, и часто очень, ну, скажем, в большинстве случаев, в общем-то, жены являются инициаторами того, чтобы мужчины пошли, наконец-то, к врачу и выяснили, что, почему же не происходит никакой личной жизни. Вот уже на протяжении. То ли ты устал, то ли у тебя болит что-то, то ли я уже не такая. То есть, когда приходит пара, всегда касаемся этих вопросов. Ну, сексуальная жизнь – это один из основных, так сказать, камней семейной жизни. То есть семейная жизнь благополучна в том случае, если есть психологическая совместимость и сексуальная совместимость. Вот. Если какая-то из этих двух сторон начинает страдать, то обязательно вторая сторона затрагивается точно так же. Если у мужа и жены нет сексуальной близости, то у них начинают расстраиваться их психологические отношения, возникают ссоры, конфликты по пустякам, люди постоянно постепенно отделяются друг от друга, отдаляются все дальше и дальше, в конечном счете семья распадается. Казалось бы, да, вот, потому что в любом случае сексуальный инстинкт – это основной инстинкт. На самом деле,
все потребности человека состоят, его, так сказать, социальная значимость, она состоит из, зиждется на четырех принципах, да, это принцип самосохранения, принцип продолжения рода, принцип социализации, общения. Вот. И хотя вот на втором месте стоит принцип продолжения рода, на самом деле это основной инстинкт. Вот. То есть природе не нужно, чтобы мы работали, я всегда это говорю своим пациентам, говорю. Ей нужно, чтобы мы передали куда-то дальше вот тот небольшой комочек генов, который мы несем в себе, генов информации, передали его дальше следующему потомству, и чтобы эта информация была абсолютно здоровой и достоверной. И вот когда вот это все происходит, то организм работает, все системы его работают настолько слаженно, настолько гармонично, вот, что даже больной человек, если он занялся сексом, то есть в течение 5-10-15 минут является абсолютно здоровым. Потом опять болезнь. Волшебное лекарство практически. Да, то есть, ну потом опять болезнь. Нет, к сожалению, потом болезнь опять возвращается в свои права. Это интересный факт. Именно для того, чтобы обеспечить передачу максимально здорового потомства, вот природа сделала именно так. Ну, на самом деле оргазм это же, в общем-то, для женщин не обязательная составляющая, то есть это для мужчины надо, чтобы все, так сказать, было в боевой готовности. А и женщине-то, в общем-то, это и не нужно для продолжения рода, особенно, как бы, казалось бы, да? Вот. Но, тем не менее, природа наградила нас вот этим вот состоянием удовлетворенности, полной благодарности, вот такой вот какой-то душевной близости вот после секса к партнеру, если все хорошо получается. Гармонии такой вот, что человек может просто там, допустим, чувствовать себя расслабленно, отдохнувшим, счастливым, вот, что нам хочется этим заниматься, то есть нам хочется продолжать свой род, и природа нас к этому стимулирует. Если это как бы заложено природой, это природно, значит, это должно быть. Это должно быть, да, безусловно, потому что если не будет нормальных сексуальных отношений, то это всегда чревато нарушениями здоровья, причем очень серьезными нарушениями. Вот, вплоть до онкозаболеваний, потому что все гормонально зависимые органы в нашей системе, они все очень чутко реагируют на недостаток каких-то гормонов, или на их избыток, или на неправильную биорегуляцию, нейрогуморальную регуляцию. Вот, то есть развитие опухолей очень часто происходит именно из-за гормонального дисбаланса. Особенно это касается молочных желез, предстательной железы у мужчин, яичек там, ну и так далее. Поэтому секс – это для здоровья, прежде всего. Одна из самых сильнейших мотиваций. Это мы уже поняли. После продолжения рода. Это очень важно. Спасибо огромное. Так да. И хочется сказать всем, не болейте. Не болейте, да. Берегите себя, обращайтесь со своими проблемами к специалисту, а не просто там к другу, к товарищу, к травматологу, там к уху, горло, нос. Со своей проблемой нужно идти к тому специалисту, который занимается этой проблемой.